Им не считается, а считается, чем больше безработных за пределами проходной, тем лучше для олигарха. Вот этому прекрасному творцу, кто каждый день созидает, создавая новые материальные ценности, мы предлагаем вернуть страну, чтобы каждая заработанная им копейка, она была его копейкой, а не наживой для олигарха. Именно их сегодня открыть надо. Именно их сегодня надо поддержать, чтобы мы продавали, и таким образом мы сегодня жили. Вот поэтому, товарищи, национализация – это крупнейший вопрос. И разрешить его только решением национализации без решения вашего невозможно. Следующее проблема, которую мы должны решать, это Ой, с той стороны. Это пение.